Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Подписывайтесь на канал, лайк и т.д. и т.п. Вообще, если вы еще не подписаны, это очень даже странно. Также и на телеграм-канал, где все новостюшки, циферблатики, приложения, в том числе бесплатно, промокоды и вся интересная информация канала здесь. Тут же есть чат. В нем вы можете задать вопросики и сразу же получить ответики. Ну а мы с вами, дорогие друзья, об интересной новости. Какой? Смарт-часы Galaxy Watch получат новые приложения. Эти приложения получат такие часы, как Galaxy Watch 6 и Watch 6 Classic первыми, скорее всего. А уже потом пятерочки и Galaxy Watch 4 тоже. Так, значит, какие три приложения? Первое – это Samsung Wallet. Что значит Samsung Wallet? Как мы видим, здесь написано, что пользователи смогут совершать платежи с запястья, используя кредитные, дебетовые карты и проездные билеты. Samsung Wallet, значит, в России работает только если регион не российский. Вот как в моем случае, у меня Galaxy S21 Ultra, регион стоит Британия, там стоит Samsung Wallet. Я потом изменил этот регион на Россию. И тогда смог добавить, короче, кредитные карточки, МИР карту я имею в виду. И тогда он стал работать. Не знаю, будет ли работать в России на часах. Скорее всего, официально нет, поэтому придется нам придумать какие-то лазейки, искать эти лазейки и делать. Так что будьте внимательны, все это в телеграм-канале будет отражаться. Обязательно подписывайтесь на него. Значит, там же можно будет, да, оплачивать проезд и так далее и тому подобное. Следующее приложение – это вот это вот, термо, да. Что оно, значит, будет делать? Значит, оно будет у нас, так вот, написано, приложение использует их датчик температуры для измерения температуры окружающей среды, воды, в которой пользователи плавают, и пищи, которую он собирается съесть. Все это можно делать без физического контакта с поверхностью. Кстати, у меня есть видосик, где я тестирую приложение. Приложение вот такое вот. Его можно купить в России, а также в Play Market. Приложение интересное, оно измеряет, не соприкасаясь, другими словами, с объектом, да, измерения температуры. Просто с помощью датчика, который у нас есть на Galaxy Watch 5 и будет на Galaxy Watch 6. На Galaxy Watch 4 эта тема не работает. Посмотрите этот видосик, в описании видео будет ссылочка на него. И, как я уже сказал, вот здесь вы сможете, если вы в России, его купить, а также по ссылочке первой. Второй, вернее, да, в Galaxy Google Play, если вам это доступно. Как здесь написано, он будет измерять температуру окружающей среды, ну и так далее и тому подобное. Ну и WhatsApp, кстати, видосик о WhatsApp у меня этом уже тоже есть, тоже в описании видео вы его сможете посмотреть, а также, пройдя в описании видео, почитать эту статейку в моем телеграм-канале. Вы, дорогие друзья, были на SmartWatch. Подписывайтесь обязательно. Лайки, комментарии. Ну, возможно, вы знаете какую-то более подробную информацию. Пока.